Рискуя своей жизнью, они спасают чужие. Такова работа пожарных. Олег Пискишев пришел в пожарную охрану 8 лет назад, и на протяжении этого времени он каждый год участвует в профессиональных соревнованиях. Олег на собственном опыте знает, насколько они важны, а для молодых пожарных особенно. Эти тестовые задания позволяют отточить навыки слаженной работы в звене, чтобы при реальных пожарах действовать без ошибок. Когда я начинал только работать, мне довелось там с 5-го этажа как раз посредством автолестницы спасти ребенка. Было сильное задымление. Было немного народу в составе караула. И поскольку все пошли в звене, я остался на улице один, мне пришлось по автолестнице его, спасти. На сегодняшних соревнованиях огнеборцы отрабатывали навыки тушения пожара, спасения людей на высоких объектах и оказания им первой медицинской помощи. Эвакуировали людей несколькими способами – при помощи системы тросов, спасательного рукава и автолестницы. Выполнять все задания необходимо без ошибок и за минимальное время, ведь каждая упущенная на пожаре секунда может обернуться гибелью человека. У нас люди постоянно, ежедневно в суточном режиме тренируются, поэтому здесь все показывают свои навыки, которые они наработали в течение года, дабы выделить лучшего, кто больше всего постарался, смог. Лучшие будут у нас награждены. 3 первых места, кто займет, будут поощряться. По итогам соревнований первое и второе место заняли команды из Владимира. Пожарные первого отряда и специализированные пожарно-спасательные части. Третье место занял 11-й отряд округа Муром. Татьяна Михайлова, Алексей Кандалов, телеканал «Вариант».